Всем привет и приятного просмотра. Мы продолжаем проходить Скарим наш. Так, что у нас здесь? Мы попали как типа камень душа, фигу, типа такой фигни. И нам тут надо уничтожить вот башню. Но тут еще дракон какой-то еще летает при этом. Вот такая вот проблемка еще. Ну что, пойдем, Вот на этот самый такой крайний, можно сказать, в данный момент, да? Карта, я думаю, небольшая. Если мы сюда попали, надо выполнять это. Летающий тут какая-то фигня. Тут чуть... А мы отсюда не шли? Сейчас они здесь шли-то? Опа-на. Давай. Иди, убей его. Все-таки надо его качать. Простите. Опа, уничтожен. Погнали. Ну, то есть, призывание надо качать. Я и буду всю жизнь. Ну, Дранаха. Тут Дренор уже надо вызывать. Дренор уже надо вызывать по две. Можно так сказать. Я тут... Вот это что ли башня? А как туда попасть? Опа, она у меня уже увидели, а. Что тут было написано? А к вам делся-то? Ух, ё-моё. Вот это поворот судьбы. Так, призыв. Нет у меня ничего. Где мое подкрепление, блин? Даже, а что за кристалл? Душа получена? И что за фигня вообще? Тут душу можно еще ловить? Давайте зайдем сюда. Что-то непонятно. А то нельзя как-то забраться. Ну что, давайте пойдемте. Время-то идет. Мана долго выполняется. Так, быстро сохранение. Что получено? Где эта фигня? Вот она. А, вот эта фигня, да? А что с ней надо делать? Слышишь меня? Вот эта фигня. А, на нее типа телепортируется, что ли, не пойму. Где я нахожусь? Эй, а ты ко мне переместишься или нет? Я буду один тут ходить. Я напишу, что меня уже видели. Так, мужики, здорово. Кто вы такие-то? Подожди, на кого ты похож? А, не, мне показалось, блин. Вот этот поворот. Ты крюканул какой-то. Опа-на. Это, бля... Непростой чувак, на самом деле. Призрачный гонщик, блин, недоделанный. Опа, а ты все-таки ко мне решил присниться, да? Да, ман, накопим сейчас, еще вызовем, попробуем. Ледяного Дранаха. Блин, промахнулся я. Опа, попал, по-моему, нифига себе, вот это ударчик. Давай подречимся, боксим с этим ледяного Дранахом. А, все, убили его. И все. Его надо было убить. Очуметь просто, а. А тут выход, да? Мне прям нравится это портал, какие дурацкие. Ну что, пойдем теперь туда, к этому, я так понимаю. Так, стрелом есть. Это еще есть. Так, тут трещина.
Опа-на, вот такой поворот, блин, событий. О, готов. Супер. А чё у него за мечи это? Чего? Древний норский лук. Не, спасибо, мне покруче ваш этих... этих лук и все остальное. Так, сюда что подойдем сначала? Что это такое вообще? Ой, изменений выучил. Понятно, что-то я куда-то попал, не знаю куда. Что это такое? Я еще помню, как страшно. О, молодец, давай, мочи его. Идея это тоже слабее здесь быть, да? Так, а сколько у меня? Ой, ё-моё, фигово. У меня осталось 200. Чё это такое ещё? Выполним задание. Череп. Верну череп Арака. Что за выполнить задание? Вернуть череп Арака какого-то. Арвака, что я там тащил. Ну давайте сейчас пойдем сразу. Вот дай-ка ты. Ну сюда пойдем. Конечно, сюда ближе будет. Но я думаю, чувствую, там дракон будет. Я пока с ним неохота. Якаться. Блин, взял себе эту вызову, блин. На самом деле. Чё это такое? Слишком драматично. Что ты имеешь? Что именно ты делал? Ты делаешь? Интересно, как я могу закончить мой труд, когда меня постоянно прерывают? Что такое еще? Труд? Что ты? Это ты о чем? Ну да, это я о том. Если бы я не потерял все страницы, я бы не был сейчас в таком затруднительном положении, и мы бы с тобой не разговаривали. Давай просто начнем сначала, у меня нет времени. Хорошо. Думаю, пару минут я могу тебе уделить. Ну что, дополнить задание какое-то, что ли? Я Джиуб. Некоторые зовут меня Святым Джиубом. Другие называют Джиубом-Избавителем. Не доводилось обо мне слышать? Нет, в первый раз тебя слышу. Не могу сказать, что удивлен твоим ответом. А куда я не издам второй том, никто не будет знать о моих достижениях. Какой там где том-то, ё-моё? Ты говоришь о книге? О книге? Я бы не стал называть 26-томную эпопею книгой. А чё когда? Наверняка тебе приходилось слышать это название. Восхождение и падение святого Джиуба Избавителя, героя Моровинда и спасителя Данмеров. Может, лучше подробное название покороче? Как продвигает твои работы? Может, лучше да, вот предоставить это. Написание книг профессионалам и перестать советовать глупостей. Нормально было бы. Чё-то париться, ё-моё, я не понимаю, а? И как подвигать твоя работа? Ужасно. Просто ужасно. Я был уже на середине второго. Музыка пошла, как будто кто-то меня налетает. Вдруг они схватили меня и бросили в эту тюрьму. Это нечестно. Очень нечестно. Кто тебе сюда бросил? Проклятые Дриморы и его приспешники. Они даже не дали мне объяснить, кто я такой. Дриморы? Схватили тебя? Ну, Дриморы-то, да. Ну да, похоже на то. Он выпустил в меня заклинание из какого-то черного кристалла. А в следующее Понятно. Мгновение я оказался здесь. Он захватил твою душу. Мою что? Стой. Это значит... Ты мертв. Нет.
Столько месяцев или даже лет. Я даже не помню, сколько времени прошло. Теперь мой труд никогда не выйдет в свет. Мое имя будет забыто. Даже я до сих пор не знаю этого имени. Я не могу помочь. Возможно. Как? Ты можешь выйти отсюда? Да, я смогу выйти отсюда. Я-то да, но для тебя это путь закрыт. Пусть я и не могу, зато может моя книга. Чтобы закончить второй том моей эпопеи, мне нужны записи из первого тома. Иначе придется все восстанавливать по памяти. И сколько страниц я потерялась? Когда меня бросили сюда, во время падения, я выронил страницы, которые держал в руках. Их было всего 10. Разыщи их для меня. Умоляю. Блин, еще страниц тут искать. Еще бы Дренор на тебя напали. Ну это дурацкий вопрос. Все, кто здесь проезжал, говорили, что врата Обливиона открываются по всему Тамриэлю. Да, было такое дело. Это было еще до меня. А это было так давно. Надо же. Ну, все началось с того, что последователи Веруниса Дагона убили императора Уриэля Септима VII. На троне империи больше не было Септима, и Дагон смог покинуть Обливион через врата и напасть. Почему дракон смог сделать это? Почему Дагон смог это сделать? Я знаю лишь, что когда на троне не оказалось Септима, драконьи огни в некоем месте под названием Храм Единого погасли. И значит, мы стали уязвимы для сил Обливиона. И в чем все закончилось? Понятия не имею. Все было хорошо, пока на меня не напал тот Дримора. Мне-то про эти врата другие души рассказывали. Я только могу предположить, что теперь врата уже закрыты. Каким образом ты получил все эти прозвища? А, да. Святой Джиуп, Джиуп-избавитель, Джиуп-великолепный. Я получил большинство этих титулов благодаря моей борьбе с крылатой угрозой. Понятно, с крылатой угрозой какой? Да, я, конечно, говорю о скальных наездниках. Мерзкие твари. Эти паразиты прямо-таки наводнили небеса Моровинда. Мерзкие летучие твари с гадкой привычкой нападать неожиданно. Понятно. И как ты с ними боролся? Освободившись из тюрьмы, я решил изменить свою жизнь. Сделать что-то хорошее для народа Моровинда. Скоро стало ясно, что лучший способ отплатить им добром — это истребить скальных наездников. Подожди, что-то имя у него слишком знакомое. Само собой, выследил и перебил всех до последнего. Много лет ушло. Народ Моровинда был так благодарен за то, что по дорогам снова можно ходить, ничего не опасаясь, что начал называть меня святым Джероном, а потом и другими именами. А где тебя захватили? Я только что переехал из дома моих предков в Моровинде на континент Сиродин. Я поселился в городе Квач, чтобы в мире и покое поработать над своими воспоминаниями. Именно. Я сидел и спокойно писал. Вдруг дверь с грохотом распахнулась. Это была группа Дримора на город Набари. Я уже приготовился сразиться с Дримора, думая про себя, что это будет еще одна жемчужина в венце моих воспоминаний. Об этом нетрудно догадаться, ведь теперь
Я лишь бледная тень прежнего себя. Я так и не знаю, что случилось с Квачем. Интересно, ты спалился меня? Они там без меня. Не, они там не справились, там герой пришел. Ты говоришь, что был в тюрьме? Это был темный период в моей жизни. Я делал много такого, о чем в конце концов пожалел. Может быть, именно поэтому я столько работал, чтобы искупить свою вину, когда освободился. И что ты сделал? Я убивал других ради денег. И прежде чем ты решишь, что я принадлежал к какой-нибудь романтической секретной организации, подумай еще разок. Мне просто нужны были деньги на скуну. Стоила она недешево, а на убийство всегда есть спрос. И как же тебя поймали? В конце концов, я откусил больше, чем мог проживать. Мне заплатили за убийство какой-то шишки из дома Редоран. Вот только я не знал, что кто-то заказал этого типа еще и Морок Тонг. И убийца конкурент. Именно. Он добрался до моей цели первым и вызвал стражу, чтобы замести свои следы. К тому времени, когда я туда добрался, они были уже на чеку. Прыгнул прямиком в ловушку и даже не понял этого, пока меня не схватили. И в чем все закончилось в результате? Меня судили, посадили на тюремный корабль и отправили в тюрьму в город Вивек. Да уж, времени на раздумья у меня было достаточно. А я, конечно, знаю этого персонажа. Еще раз спасибо. Могу ошибиться. Подожди, ты, подожди, не подожди, знаю, блин. Делал без этих страниц. Там чуваки и все. А тебе будут помочь, попробовать. Дай-ка ты постой, ты, ё-моё, а. Проклятье, как я мог быть таким глупым? Блин, как я не вижу здесь точности. У него шрам должен быть. Он из моря, это, из Морвинда, когда мы на корабле начинаем. Типа играть, можно, да, сказать? В корабле. Да подожди ты, ё-моё, на корабле он. С нами общается, когда там бурю что-то было, ты там поспал или нет. А про Сквача, Брион, да, я слышал, что там есть у него здание, что он писал. Ладно, что тут у нас? Давайте задание посмотрим. Что тут? Вот этого, да? И что тут? На карте нигде не показывают? Ё-моё, это фигово, на самом деле. И надо все облазить, чтобы его найти, все. Один я нашел-то. А это что такое за фигня летает здесь? А это что за фигня летает? Это куда нам? Туда что ли? Даже куда нам? Никуда, ё-мо, а? Убьем этих смотрителей и вернемся к темнице. Я череп совершенно взял, а? Да блин, хотелось помочь, но не хочется слишком долго здесь находиться. Вот же проблема. Тут же не показано, где они находятся-то. Ты где этот череп дурацкий, а? Вот это я оставлю. Так, ну пойдем дальше. Его захватили, значит его душу, захватили, они просто закупили. Орч, нифига себе орч здесь. Парни, вы кто, каким будете-то? Кто там? Вот это чмо, ё-мо. Смотрите какой-то. Так. Так. Иди сюда. Атакуй в него. Ну я думал, она бессмертная, она же вампир, и пофигу. А я из лука начну, научусь стрелять. Где этот дурак застрял, блин, а?
Ты чё там застрял-то, а? Всё понятно, сгорел он этот идиот. А ты только выскочил, ну ты просто молодчина, молодчина. Герой, блин, наш. Парень, тут что-нибудь есть? А это что такое значение? Это уже выход, да? Ну, в том числе за граница. Сюда нельзя попасть, да? Да-да, нельзя здесь попасть. Обидно. А тут что, есть что-нибудь? Чего вызов? Чё за книгу я нашел? Яростному человеку, о, я выучу это. Пусть будет. Опа-на, мужики! Может договоримся, а? На вам, блин, а? Яростному человеку, блин, здесь. Опа! Разрушение прокачал, за 60, нифига себе, вот это класс. Мастер-класс. Блин, как ему все это найти-то, ё-моё. Ну, просто так-то все не валяется. Если бы я знал бы все, где он находится, другое было дело. А я вообще ничего не знаю. Ничего, давай тут прогуляемся, и тут ничего нет. Ну я слышу, тут что-то есть. Блин, ё-моё, ты-то ещё... Куда-то мы вошли. Да ё-моё, блин, а. Скорее, Павла. В аду, блин. Что тут не так? Что такое? Вам нужен предмет. А что за предмет? Вместимый для осколки жреца. Офигеть, не могу просто поверить, что моя мама жива. Да-да-да, я тоже не могу поверить, что мы ее нашли вообще просто. Удивительно. Удивительно, блин. Ну что у нас здесь, а? Конь-то понятно. Пойдем туда, значит, ё-моё, до третьего, ё-моё, до третьего. А там посмотрим, что будет. Блин, фигово в списке-то не показывает, а. Блин, задание дофига и миллион уже. Нам ужас. После этого я пойду, скорее всего, с драконом сражаться. По сюжетке. После этой сюжетки я пройду, пойдем выбирать, я буду между кем я буду это как. За кого я буду это голосовать тут? Да. Это понятно. Опа. Забыл выключить, забыл выключить. Иди ты в бане от меня, блин. Эй, от ранах. О, замочил его, не? Иди давай его, блин, а. Чему какого-то, блин? Пошел камень душ, погнали. Да, нам надо идти-то. А ты откуда взялся-то, урод? Давай, мочи его, ё-моё, а. О, мочи. Ледяной тронах. Давай, давай. Громовой бы еще научить. Ова, перемещаемся. Эй, что такое? Ууу, ё-моё. У меня энергию берет. Куда же я попал-то? А как тут спуститься-то? Хранимся на всякий случай. На всякий случай. Сердце до ядра. Камень. Часть камня жреца. А как тут спуститься-то, ё-моё, а? Чё ты наш?
лечиться нафиг. О, восстановление. Подожди ты, ё-моё. Супер просто. Я забыл, что я лечился. О, стрельба уже почти 7, уже 70 почти. Вот так вот, да? Будешь знать. Подождись, ага. А, отсюда прошла сюда. Там куда надо-то вообще, не понимаю. Вот, а, на эти башни. Ну вот это я возьму стрелки-то. Ну, туда надо. Нормально. Пойдет. Пусть сохранение снова. Сохранение снова. Портал там эта фигня, блядь. Да ну никто не бежит даже. Так, меня тут причувствовало фигово. Не, ничего нет даже. Обидно. Че вообще такое, блин? Какая-то башня, что нам надо. Она даже не светится. Там тоже камень-душ какой-то. А вот тут что у нас? Тоже такая еще фигня. Блин, конь, не пугай меня так. Ну даже не думаю, что такое время. А ты что здесь делаешь? Да? Проклятый архагирский шаман. Откуда мне было знать, что он поймает мою душу? Вот так вот, такие вот дела. Всем душ ловит. А как тебе попасть? Фиговый знак. Ну что ты делаешь? Что это такое? Да ё-моё, я застрял. Да ё-моё, блин, а. Вы что, издеваетесь, что ли? Ну как я сюда мог застрять-то вообще, а? Супер вообще, просто расклад офигенный. Так. Высосы загрузки. А что еще делать-то, ё-моё? Делать больше нечего, я ничего не могу сделать с этим делом. Не, здесь не пройти. Тут я застрял, ну... Делать-то. Слава богу, что я только здесь сохранился рядом. Что за фигня какая-то? О, здорово. Ты что, можешь рассказать мне? Камень душ. Вот что это было. Это супер вообще. Да? Кто там? Я фиг его знаю, кто там, никого здесь нет. Кого там ты нашла-то, ё-моё? Так, вот это понятно, баба здесь сидит. Здорово, баба. Вот это фигня, ё-моё. А если я ее вот так делаю? Подожди, а если я вот так сделаю, подожди. А вот так вот, звук стрельну, а? Чуть-чуть произошло, что ли? Не. А если по тебе стрельный звук? А что с ним делать-то? Сейчас я вам скажу, я не понимаю вообще просто. О,
О, она там сражается, кого-то нашла, ё-моё, офигеть. Опа, я еще попал. Ха, вот это поворот судьбы. Я думаю, на этом и закончим, я больше не знаю. Потом пойдем туда, освобождать, вот этот портал открыть. А вот это, кстати, у меня без понятия вообще, что тут делать. Я говорю, для меня это вообще вот это дополнение. И еще было какое-то там. Вообще не проходил я. Даже не заходил, даже вообще не смотрел. Для меня это все новое. Ну а давайте всем до свидания, пока увидимся в следующей серии. Итоги прохождения. Всем удачи, всем пока вам.